Итак, всем добрый вечер. С вами Карина Загоскина, королева зефирных букетов. Сейчас королева зефирных букетов будет тряпочкой протирать вам камерку. А то она, Малюха, что-то это замутнела. Вот, теперь так намного лучше. Итак, снова всем привет! В эфире Карина Загоскина, которая хочет спать, потому что у меня уже четвертый эфир за сегодняшний день. Сейчас попробую прицепить мой аккаунт, потому что вы сейчас обязательно захотите туда пойти, так как у меня волшебные новости, волшебные! Сегодня будем делать мы с вами, давайте проголосуем, калу или ирис? Привет из Мурманска. Калу или ирис? Пишем. Даю вам время 5 минут, вот я засекаю, сейчас 22:03, за 5 минут голосуем, калу или ирис? Вот такую калу мы делать не будем, настоящую, видите? Такую у меня на курсе вы будете делать, он на онлайн-курсе. Видите, настоящая кала, зефирная. Но я вам ее не покажу, покажу простую. Вот, какую сейчас все делают. За шлепочку такую, чпонь, и типа кала. Вот, а для того, чтобы нам калу сделать, ладно, а мы сделаем тут по-другому, мы прямо ее вот так будем заворачивать, ее вот так, и для этого нам нужно отметить, сейчас, секунду, я вернусь. В твоих глазах бриллианты и вирис, поверь. Отметочку ручечкой. Тогда будем делать следующее. Ни хрена ручечка не пишет, а нет, пишет. Я молчу, потому что сейчас я ничего не говорю. Что там кто пишет? Так, посчитаем сейчас. Ой-ой-ой, сколько народу. Блин, такой стол широкий, не могу дотянуться. Короче, скорее всего, мы будем делать с вами калу, да? Здравствуйте. Чего там у нас? Привет из Мурманска, Буил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, все голосуют за калу. Три человека за ирис только проголосовали. Где, спрашивают, мои прекрасные локоны? Отдыхают. Теперь мои локоны будут только ближе к Новому году. Волосы мои отдыхают. Ирис четвертый человек, калу. Ирис пятый. Калу. Ура! Ура, что? Что ура? Звука нет? Ну как-то нет звука, если все голосуют. Это у вас звука нет. У нас все со звуком хорошо. Ирис. Ирис, кала. Короче, кала побеждает, однако. Подготовительные работы для калы. Что вам нужно сделать?
чтобы у вас получилась кала, а не кал. Вам нужно разрезать бумажку на вот такие треугольнички. Потом завернуть нужного размера, чтобы был кулечек. И отметить, где у вас заканчивается вот эта бумажечка внутри. Вот это вот. Я вот уже отметила, и на всех остальных, чтобы каждую не заворачивать, тоже отмечаю. Какие у меня новости, дорогие мои детишечки? Те, кто был на предыдущих, я вот тоже думаю, может и то, и другое. Если будете себя хорошо вести, будет и то, и другое. Посмотрим, останется зефир, сделаем еще ирис. Вот. Значит, у меня наконец-таки стартует онлайн-курс, друзья. Онлайн-курс стартует. Сейчас я еще свет включу. Сейчас, секунду. А это значит, что теперь во всех городах и весях нашего необъятного земного шара начнут делать цветы в натуральную величину по моему авторскому рецепту и по запатентованной технологии вот такие вот огромные цветочки. Да-да-да, наконец-таки. Мой онлайн-курс будет настоящим обучением. Это не будет сборник видеоуроков, которые вы просто будете просматривать. Ничего подобного. Это будет серьезное большое обучение. Но, так как возможности у вас разные, временные и финансовые, я разделила свой курс на три части. То есть у меня будет три курса, три тарифа. Первый тариф Light, он подходит для новичков и для тех, у кого нет средств, нет долгое время, до длительного количества времени учиться. Поэтому этот курс длится 4 недели, то есть месяц. Туда входит 11 цветов, то есть полностью вся программа моего очного курса, с которым я ездила по городам и набиралась опыта и уму-разуму, оттачивала свое мастерство преподавательское. Не просто так я выучила больше 300 человек, провела больше 35 курсов, я набиралась опыта. Я его набралась и осмелила настолько, что решила запустить онлайн-курс. Фух, и мне даже уже не страшно и не волнительно, потому что время уже давным-давно пришло, и я это понимаю. Итак, что будет? Три тарифа. Тариф Light, продолжительность 4 недели, цветов 11, бонус там будет какой? Корзинка с грибами из зефира, обучение в общем чате, домашнее задание в конце каждого блока, то есть это неделя, в конце каждой недели всего будет 4 домашних задания. Входит туда сборка под букетницы, упаковка под букетницы, монтаж цветов соответственно, 3 рецепта зефира в классической заварной технологии. Проверка домашних заданий в конце каждой недели. Домашнее задание в конце каждой недели. Стоимость 10 тысяч рублей. И до 1 декабря, если вы оплачиваете, то будет скидка целых 20%. Это предстарт продаж. Старт продаж будет перед Новым годом. Учиться мы начнем после Нового года. Тариф стандарт. 24 цветка, 6 рецептов зефира на основе классической и заварной технологии,
Бонус у нас идет новогодние букеты. Дальше, что у нас там? Домашние задания после каждого урока. Уроков в неделю разное количество, от 2 до 4, в зависимости от сложности цветов. Также вы публикуете свои работы у себя на страничке с пометкой «Меня» в конце каждого блока. В конце каждого блока у вас будет задание собрать букет на основе того, что вы прошли. Я лично смотрю эти букеты у вас на страничках, потому что вы меня должны отметить. И самые крутые букеты я опубликую у себя, тем самым делая вам рекламу. И VIP-тариф, этот стандарт стоит 15 тысяч, так же, как мой курс очный стоил весь этот год до подорожания. VIP-тариф стоит там 36 цветов, 10 рецептов зефира, обучение в VIP-группе, то есть я и кураторы, и вы, больше никого нет. Только VIP, и там до 5 человек. Домашнее задание проверяется мной, обсуждается с кураторами, с вами. Что еще там хорошего? Тоже букеты публикуем, все это делаем. Ну, естественно, каждый студент, неважно на каком он тарифе, получает сертификат о том, что электронный, о том, что он прошел мой курс. Если вам, допустим, что-то непонятно на лайте, и вы понимаете, что такое обучение вас не устраивает, вам нужно больше внимания, вы можете просто доплатить, не платить новую стоимость, а просто доплатить 5000 рублей и попасть в стандарт. Это тоже удобно. А вот со стандарта на VIP перескочить нельзя, к сожалению. Вот. То есть стоимость VIP 30000 рублей. Это моя августейшая персона будет целовать вас в попу целых 8 недель, 2 месяца. Тариф стандарт 1,5 месяца, 6 недель. Соответственно, лайт 4 недели. Скидка на все тарифы 20% при оплате до 1 декабря. Думайте, мните попу, дальше будет дороже. Вот. Ну что ж, все, что знал, рассказал. Будем сейчас делать зефир. По зефиру. Силиконовую лопаточку чистую я взяла себе? Нет, не взяла. У меня сегодня эфиры идут подряд, поэтому у меня все в таком состоянии. Некогда помыть, потому что я параллельно еще пишу программу курса. Так, пометки мы сделали для кульков, для наших. Мы молодцы. Что нам еще нужно? По сейчас инструментам, сейчас я все-таки схожу за чистой лопаткой, потому что это негоже. Итак, все, что беру в руку, об этом рассказываю. Начинаем одновременно рассказывать об ингредиентах и об инструментах. Чего вы все притихли? Никто не хочет идти, но все меня донимали. Толпами писали сообщения. Карина, когда же вы выпустите онлайн-курс? Карина! Я объявила о продажах онлайн-курса. Все. Приходите, учитесь. Приходи ко мне учиться. И корова, и лисица. И жучок, и паучок. Даже маленький сверчок. Ладно, поехали. Значит, что нам нужно? Нам нужен, что я беру в руки первое, весы. Значит, нам нужны электронные весы. Отлично. Весы у нас есть. Нам нужен ковшик. С ковшиком тоже разобрались. Дальше. Наливаем воду. Первое, что мы делаем, раскрываем желирующие свойства агара. Агар подходит любой. Из магазина, китайский, 900-й, 1000-й, без разницы. Какой угодно агар. Главное вам пропорционально его налить. Здравствуйте, Карина, очень рада вас видеть. Бегаю за вами по вашим марафонам. Здравствуйте, очень приятно. Бегите же скорее ко мне на страницу, покупайте мой онлайн-курс, чтобы не бегать по марафонам. Потому что так, как в марафоне, вас никто учить не будет. На онлайн-курсе там будет совсем по-другому.
Итак, высыпали агар, налили холодной воды в ковшик, поставили на плиту. У меня индукционная плита, это самая быстрая плита на свете. Очень быстро все это закипечивает и сжигает, если вы неправильно выставили температуру и проворонили время. Дальше, по поводу миксера. Вот мы берем чашу миксера, она у меня грязная, я ее не мою, если у меня небольшие расстояния между временные, между эфирами. Поэтому зачем ее мыть? На качество зефира это никак не влияет. Отмеряем туда нужное количество белка. Отлично. Сегодня я работаю на повидле махеев. Наконец-таки яблоко для страждущих специально. Все же ждали, когда же будет у меня яблоко. А вот у меня яблоко. Пожалуйста, получите и распишитесь. Еще помимо яблока, повидла и яблочного сока, помимо яичного белка и яблочного повидла, я кладу немножечко лимонной кислоты. Только для вкуса, на качество зефира лимонная кислота не влияет никоим образом. Какой миксер вам нужен для создания моего зефира? Да самый простой подойдет за 800 рублей с двумя венчиками. Единственное, что он у вас перегорит через пару-тройку замесов. Просто возьмите меньше объем, чтобы у вас все это быстренько взбилось. Не надо взбивать полную порцию. Разделите ее на три части и две трети возьмите. Дальше. Мы подготовили с вами конусики, которые у нас, вот это вот у нас идет пометочка. Это, то есть, если мы завернем наш конус, то это будет у нас то место, где наш край внутренний закончится. Все, у меня закипел агар. Что с ним произошло? Агар с холодной водой кипел, и он стал густым гелем. Видите, как тяжело капельки с него спадают? Там густой-густой гель. Мы раскрыли желирующие свойства агара. Только в одном случае вам не нужно пользоваться агаром, если он у вас после того, как закипел с водой, не стал гуще, значит ваш агар говно. Сироп глюкозы. У нас сегодня зефиры для новичков. Мы не используем. Почему я не использую сейчас сироп глюкозы? Да просто потому, что я израсходовала сироп глюкозы. Эти цветы хранить я не собираюсь. Новички тоже, которые попробуют сделать зефир, вряд ли они будут хранить его больше недели. Их домашние, его этот зефир слопают в ближайшие сутки после того, как он окажется у них на столе. Поэтому с этим зефиром все в порядке. Сироп глюкозы нужно использовать, если вы собираетесь хранить цветы долго, впрок. Если вы собрались там готовиться к праздникам, к 8 марта, к 1 сентября, вы садитесь и потихоньку делаете цветочки, складываете их в коробочку. Тогда вам нужен сироп глюкозы. И если вы, как я, гонитесь за малосладким зефиром, помните, что сироп глюкозы менее сладкий, чем сахар, аж на 25%. Поэтому, если вы замените сахаром с глюкозой как можно больше сахара, у вас получится практически не сладкий зефир, малосладкий зефир. Итак, у нас закипел в ковшике сироп. Он еще не готов. Мы, значит, включаем с вами миксер. Я свой миксер с подогревом использую, чтобы не спеша делать цветы, болтая с вами. У меня был достаточно горячий зефир. Если у вас просто планетарный миксер без подогрева, вы будете взбивать свои белки до жестких пиков, а потом вольете сироп, и у вас все получится. Только следите, когда вы вливаете ваш сироп, чтобы ваши жесткие пики не поплыли. Те, кто будут использовать этот миксер с двумя венчиками, прекрасно все забьется на водяной бане. Вам торопиться не нужно, ваш зефир все время будет подогреваться. На 60 градусах в своем Kenwood я грею зефир. Включаю я четвертую скорость. И жду, пока все это хозяйство взобьется. На медленном среднем огне я варю сироп. По поводу сиропа. Мы сироп не варим по времени, мы белки не взбиваем по времени, мы это все делаем, мы смотрим на консистенцию. Что нам нужно знать про белки? Белки мы взбиваем сначала на средней скорости. Как только мы взбили белки до состояния мыльной пены, либо же до состояния мягких пиков, только после этого мы прибавляем скорость. На мощном миксере можно на 1-2 прибавить, на слабом миксере включайте на полную мощность.
дальше. Вот у нас что здесь? Вот это наши печеньки для кала. Это вот пестик кала, такой пушистенький, помните? Вот, и у ириса есть на язычке тоже такой пушистик. Это кукурузные палочки, смолотые в пудру и окрашенные сухим красителем, вот таким вот китайским, который можно найти на Алиэкспресс, забив в поисковик фруктовый торт пудра-порошок. Для того, чтобы лучше и быстрее взбивался белок с пюре, я добавляю старый кефир. Вот у нас здесь с прошлого эфира не получившаяся кукурузина. Я ее закидываю в чашу миксера, и эта чудесная кукурузина у нас взобьется, и все у нас будет хорошо. Запись эфира обязательно будет в этом же марафоне. Все в порядке. Не переживайте. Мы взбиваем и варим сироп, и белки не по времени, а по консистенции. Белки мы взбиваем на средней скорости до жестких пиков, потому что у меня достаточно мощный миксер. Сироп мы варим до соплей. Что такое варим до соплей? Поднимаем венчик. Останутся ниточки за капельками, как сопли, значит наш сироп. Нашему сиропу нужно еще немножко поварить. Итак, глюкоза придает зефиру эластичность, да он и так эластичный без глюкозы, она не дает засахариваться зефиру при длительном хранении. Итак, кто хочет создавать вот такие шикарные, невероятные цветы из зефира, собирать крутые букеты, поражающие воображение заказчиков, приходите ко мне на курс. У меня стартовал онлайн-курс. Почему я не мешаю сироп? Потому что он у меня не пригорает. Пригорает сироп тогда, когда у вас сахар вместе с агаром изначально варится. Это неграмотно. Или если вы врубили на полную мощность. У меня все прекрасно с сиропом. Он у меня даже прозрачный сейчас. Я помыла наконец-таки ковшик, он у меня не подгоревший. Никакой у меня прозрачный, прекрасный сироп. Вот посмотрите, начали тянуться ниточки за капельками. Все готово. И у нас здесь тоже все готово. Посмотрите, пожалуйста. Вливаем тонкой струйкой. Thank you.
Итак, наш зефир почти готов. Ну, вернее, не почти, а готов. Сейчас я заложу его в мешок. Надо. Я даже его помыла. Мой большущий мешок. Просто интересно. Пожалуй, найду зажим. Итак, мы заложили наш зефир в мешок. Теперь нам нужно... Вот я подготовила ячейку, куда мы будем ставить наши калы. Наши калы... И вдеваем насадку для калов 201 большая прямая роза. По мне эта насадка маловато. Для моих калов у меня есть насадка, переделанная из большой, самой большой насадки, которая делали раньше, не знаю, как тут для обтяжки торта, что ли, используют. Вы его готовите без пюре, я готовлю свой зефир на варенье. А что такое пюре, расскажите мне, пожалуйста. Это, наверное, ягоды или фрукты с сахаром вареные. А что такое варенье или повидло? Наверное, то же самое, да? Только уже готовые. Так, и для яйцев тоже приготовлю. Сейчас нам нужно выдавить для калов палочки, стебелечки. Вот передо мной лежит пакетик с перемолотыми, окрашенными кукурузными палочками. Я выдавливаю червячков. И потом их запорошу. Откину в сторону и еще червячков повыдавлю. И пусть там все эти червячки застывают. Вот такие вот они у нас получаются. Сколько у нас там бумажек было с этими калами? Достаточно. 201 насадку переставляем, прячем в теплый мешок, достаем червяков из пакета. Можно их покатать в руках, чтобы они были поровнее. А этот совсем нежный червяк. Это тоже нежный червяк. Ну, что-нибудь придумаем. Какие-нибудь будем использовать. Червячочки. Пестики.
Это наши пестики. И все, кончились червяки. Давайте еще вот тут добавлю. Пусть наша. Все, червяков мы сделали. Теперь наша задача. Привет из Азербайджана. Вот наш конус, который я погнула, треугольничек. Вот мы его вот так вот сворачивали и смотрели, где у нас состыкуется хвостик. Наш хвостик состыковался вот здесь. Поэтому нам нужно вот это все расстояние покрыть зефиром. Не стесняемся. И как можно толще. Сначала, видно все, что я делаю? Сначала закрываем, так как у нас насадка не такая огромная. Закрываем основание. Потом еще больше. Блин, а зефир схватывается. Прям толстенько-толстенько. Оп. И теперь опять толстенько. Блин, нам нужен хороший край. А ты что выпендриваешься? Даже можно вот этой стороной более толстой провести, чтобы был хороший толстенький край. И на серединке сделать засечечку. И хоп. Вот такая штука у нас получилась. Теперь мы ставим туда палку в серединку и складываем вот таким макаром наш кулечек и нашу палочку внутрь. И получается у нас кала. Ставим ее в подставку для яиц. Муторно, пипец. Но, извините, это совсем не зефирный цветок. От слова совсем. Попробую сначала сделать край. А потом набрать все остальное. Главное, чтобы не было дырочек. Даже можно пальчик в водичке помакать и разровнять. Выкрой какао. Берем нашу колбасу и склеиваем. По мне так жуткая штука получается. Но людям нравится. Но я таким способом не делаю калы. Мне не нравится, что выходит. Какой-то пипец выходит. Называется кружок очумелые ручки. Хух, можно еще, наверное, вот так попробовать сделать каву. Подождите. Положить сюда этот
вот так чуть-чуть загнуть. Будет такая более прямая кава. А мы потом решим, какая кава веселей. Какая кава больше похожа на каву? Да, я думаю, тут на ирисы хватит. Как удается его хранить теплым? В теплом мешке, потому что он у меня лежит. Вы же видите, он у меня разогретый в миксере на температуре 60 градусов. Он у меня будет чуть-чуть схватываться под конец, потому что я же с вами медленно работаю. Я также точно с вами делаю впервые в жизни эти чертовы калы. Ой, у меня вообще утонул пестик. Надо еще один поставить. Для меня это все тоже в новинку. Ну, такое, я бы сказала. Такое. Моя кала мне нравится больше. Это моя зефирная кала. Я ее никому не отдам. Так, что, последнее? Так. Уже у меня полно этих кал. Все, с калами мы закончили. Ну или ладно, давайте еще одну последнюю бумажку. Я не знаю, правда, куда их пихать. У нас же здесь еще лежат пестики, тычинки. Вот такой формы можно сделать, видите? Образец. Как развертка калы из мастики. Все. Отмучились мы с калами. Меняем насадку. Добрый вечер. А эфир сохранится? А свою каву каким способом делали? Моим авторским. Я его буду показывать у себя на курсе. У меня стартует очный курс. Однодневный, где будет 5 цветов всего. Там тоже покажу каву. И онлайн курс. На онлайн курсе будет... три тарифа. На одном тарифе будет 11 цветов, на втором 24 и на третьем 35. Приходите. На любой вкус, на любой кошелек. Итак, ирис. Делаем конус. На этом конусе делаем пупырку. И начинаем делать язычки. Раз, два, три. Три язычочка. И между язычками делаем гребешочки. Вот такой вот ирис. Как мне не нравится гребешок, я его переделаю прямо поверх. Вот, шикарно. Убираем следующий конус. Под гребешки мы ставим, под языки мы ставим опоры. Потом делаем
основу. И на опорах делаем гребешки. Только у меня кусочки зефира тут. И язычки у меня получаются кривые, косые, как смерть просто. Калеки. Будет гигантский ирис. Натуральную величину, как заказывали. И между ними петушочки вот эти. Петушочки, петушки. Вообще, вот эти все основания нужно делать заранее у ириса, чтобы они застыли. И только потом мы делаем уже сам цветочек. Тогда у нас шалтая-болтая такого не получается. Адский совершенно ирис, потому что зефир подстывает уже. Ну, что ж поделать. Вы же хотели 2 цветка сразу. Вот получите 2 цветка сразу. Как говорится, иногда лучше один, но хороший, чем 2, но черти каких. Номер насадки для ириса либо 126, если вы хотите маленький ирис, либо 128, если вы хотите такой ирис большой, как у меня. Просто виляем насадочкой вот так и делаем лепесточки. Вот такой вот ирис. Все, у меня зефир закончился. Что я делаю? Я беру и делаю дорожку. Я, кстати, могу сделать остатками. Остатками зефира. На язычках там такая дорожка желтенькая есть из тычинок. Вот мы ее сейчас и имитируем. Только вот сиреневого у меня практически нет для ириса. Ни сиреневого, ни голубого. Зачем я взялась делать ирис, я не знаю. И потом берем вот эти вот язычки и наклеиваем на них. Это я тоже делаю потом. Когда у меня все подсохнет, я раз-раз намазала сиропом глюкозы эти язычки. И они у меня получились. Приклеились, а остальное все слетело. Так это выглядит небрежно. И остальные ирисы я даже красить не буду. Так, хорошо. Что у нас с скалами? Смотрим. Распаковываем конвертик. Нашу бумажечку и получаем вот такую вот калу. Можно взять ножнички и подрезать у нее верхушечку, чтобы она была красивее. Кала номер раз. Можно ее чуть-чуть припудрить зелененьким. Кала номер 2. Это посимпатичнее получилось. Маленькая насадка. Даже 201 насадка маленькая для калы. Нужна больше. Вот еще одна кала. Вот уже 2 калы. Желтые есть ирисы. Да, они есть желтые с прожилками,
коричневыми прожилками. Ну, красиво, я покрасить ирисы вообще не могу. Я, честно говоря, этот цветок не очень люблю. И он, видимо, отвечает мне взаимностью. Поэтому получается, черти что, и сбоку бантик, а не ирис. Нет, не стоит даже внимания. Так, поехали дальше. Кава немножко другим способом, который просто мы делали овальчик и защипляли. Она получилась посимпатичнее. Главное аккуратненько снять ее с бумажечки. Вот такая вот. Видите? Эту надо подрезать, она неверной формы получилась, слишком высок, этот высокий низ. Ну ничего, подрежем. Подрежем. Вот такая калочка. Калочка-скакалочка. Этот инвалид получился, ее зажала. В дружной толпе она получилась кривенькая. В принципе, если и затолкать их в букет, вот это мясо сплошное, каловое мясо получилось. Если их засунуть в букет, то никто ничего не заметит, я вам это гарантирую. Поэтому можно любым способом делать эти калы, и все будет у вас хорошо. Вот вообще малюсенькое колечное. Тоже красиво смотрится. Можно целый букет уже собрать из этих кал. Жаль, что не на чем. Как говорится, от сердца и почек дарю вам каловый букетик. Вот такие вот у нас калы получились. Удачный вечер. И кукурузу посмотрела, и цветы. Давайте вот так вот сейчас замру, чтобы обложку сделать. Или так. Больше спрашивают, цветов не будет. Хотите больше цветов, приходите ко мне на марафон новогодний на моем, в моем закрытом аккаунте. Он платный. Мы будем делать там 4 букета, посвященных на новогоднюю тему. С шарами из карамели, с шарами из зефира. Там будет у нас шишка. Сделаем с вами шишку. Хлопок, розу, гортензию, ранункулюс, варежку вязаную из зефира, шапочку вязаную из зефира. У нас будет один букет. Роза, шишка, гортензия и хлопок с шаром. Потом будет хлопок, шишка, ранункулюс с шаром карамельным. То с зефирным, это с карамельным. Потом у нас будут цветы, тоже помиксуем, какие там получится. Шишки, естественно, шишки хлопок, либо лютики, ой, ранункулюсы и хлопок, либо розы и хлопок. И шишки с шапочкой, то есть букетик шапочка вокруг цветочки, букетик варежки вокруг цветочки. Будет очень круто, этот марафон платный, стоит он 3500, будет идти 2 дня с 10 утра в субботу. До 8 вечера, ну как получится там, и с 10 утра в воскресенье до 8 вечера. Каждый урок будет посвящен одному цветку. Мы с вами первый день сделаем цветы и эти все штуки сначала из белкового заварного крема. Научимся, все медленно покажу, сделаем. Потом сделаем их из зефира. И на следующий день сделаем под букетницы к ним 4 штуки. Украсим их,
оформим и соберем 4 шикарных новогодних букета. Это очень в тему будет вам к Новому году. Поэтому приходите. Для такого количества цветов и такого количества информации это будет постоянный доступ, беспрепятственный. Вот когда хотите, тогда и будете смотреть, запись будет сохранена. А шубу? Как же зима без шубы? Ой, да, зефирную. Я вот думаю, может быть, какой-нибудь показ мод устроить с платья из зефирных цветов моделям сделать, чтобы они дефилировали голенькие с зефирными цветами на сисях и на попах. Так что добро пожаловать. Пишите, кто заинтересовался моим онлайн-курсом, 3 тарифами, кто заинтересовался разминочным таким предновогодним платным марафоном по созданию новогодних букетов с экзотическими наполнениями, да, с шапочками, с варежками, с карамельными шарами. Это все будет круто. Покажу технику выдувной карамели. Это очень прикольная вещь. Научу варить карамель без желтизны. Вот. Карамель гораздо дешевле из Амальта. Это очень круто. Поэтому приходите, будет масса интересного. Ну и, естественно, рецепт зефира. Попробуем 2 рецепта, заварной и классический. Выберите, какой вам лучше. И научу делать шикарный, стабильный, белковый заварной крем. Так что добро пожаловать на марафон. Доступ на марафон беспрепятственный, безлимитный. Это просто будет закрытый аккаунт в Инстаграм, на который вы подпишетесь, вашу подписку одобрят. Заходите, смотрите, когда хотите. Дальше, что еще я хотела сказать? А, тем, кто оплатит курс онлайн до 1 декабря, скидка аж 20%. Беспрецедентная, никто такие скидки не делает. У меня все по-честному. Все, девчонки, мальчишки, до новых встреч. Рада была вас видеть. Давайте же учиться уже нормальным, красивым цветам, вкусному зефиру и засыпать планету нашими красивыми зефирными цветами.